еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то, еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что он имел, и купил ее. Это наше сегодняшнее место Писания. История о находках и открытиях всегда вызывает у людей большой интерес. Перед одним не имеющим особой значимости монастырем в Таиланде стояла статуя Будды. Для тех, кто видел ее, эта статуя казалась некрасивой. В ней не было ничего эстетического. Она была сделана из раскрашенного гипса, украшена разноцветными камушками и установлена среди развалин города Аютая. 25 мая 1955 года ее потребовалось перенести в новый храм. Высота статуи была 3 метра. Когда эту тяжелую статую попытались поднять с постамента, внезапно с оглушающим треском лопнули веревки, с помощью которых ее поднимали, а сама статуя упала на землю и разбилась на кусочки, и за этим последовала сенсационная находка, поразившая весь мир. Заголовки об этой находке пестрели по всему миру. Гипсовая оболочка скрывала внутри себя просто невероятное сокровище. Самую большую, красивую, массивную в мире золотую статую. И весила она не каких-то там 5 граммов. Нет, это были 5,5 тонн чистого золота. Эксперты тут же задались вопросом, когда и почему эта золотая статуя оказалась покрыта гипсом. В итоге они пришли к выводу, что гипсом ее покрыли, скорее всего, в 1767 году, чтобы спрятать золото от бирманских интервентов. То есть почти 200 лет это сокровище невероятной ценности было предано забвению, скрыто от глаз людских. Я думаю, в мире еще полно подобных сокровищ. Вы сможете найти такое сокровище и в себе. Я думаю, теперь нам лучше понятен смысл притчи, рассказанной Иисусом. В ней он тоже рассказал о бесценном сокровище. Это сокровище было сокрыто от постоянно торопящихся куда-то людей и от глаз этого мира. Я думаю, оно тоже очень долго пролежало сокрытым в том поле. Но потом один человек нашел его и тут же продал все, что у него было, чтобы поле, где хранилось это сокровище, принадлежало ему. Это был очень умный человек. Он понял, что все, чем он владел, просто не сравнится с ценностью этой находки. Ценность его находки превосходила ценность всего на свете. И все титулы, и все банковские счета, и все, о чем вы только можете подумать. Он обнаружил это сокровище, но еще не стал его владельцем. Он хотел быть уверенным в том, что оно будет его. Поэтому он как можно скорее продал все, чем он владел, чтобы получить право на это поле. От такого воодушевления, а также напряжения, ему было тяжело заснуть ночью, пока он не достиг своей цели и не завладел этим полем. После этого счастья его не было предела. Эта находка, а именно обнаружение и приобретение сокровища, высвобождает неистовую радость, так сказано в Библии. И мне кажется, это способен понять любой из нас. Иисус объяснил тем, кто хотел слушать, а также тем, кто хотел верить, что происходит вместе с открытием Божьего Царства и Божьего мира. Сначала этот мир сокрыт от нас. Сначала никто ничего не знает об этом новом, об этом абсолютно другом, об этом совершенном Божьем мире,
который является истоком нашего бытия, и который мы впитываем вместе с молоком наших матерей. Тут имеет место поиск, а также стремление к чему-то. Да, стремление к чему-то неведанному. Об этом Иисус говорил во второй притче, которую мы сегодня услышали, о бесценной жемчужине. Но самое невероятное в этих историях то, что на эти поиск и стремление нас настраивает сам Бог. Это Он проявляет инициативу, потому что Его любовь, Его страсть, Его поиски предназначены для Его творения, для Его народа и даже для тех, кто до сих пор отрицает Его существование. Он желает, чтобы все Его нашли. Мы — это Его творение. Мы — это Его сокровище. И это придает нам ценности. Мудрый Соломон очень рано это постиг. Он сказал, «Бог вложил вечность в человеческое сердце, и его интуитивное знание — это нечто великолепное». Он понял, что он сам — это не последний авторитет для самого себя. Соломон говорил так, «Я его еще не знаю, но знаю, что нечто есть». А Фома Аквинский однажды написал, что человек безнадежно религиозен. «Я много где побывал, во многих странах нашей планеты, и обнаружил одну закономерность». Везде в этом мире молятся. В нашем сугубо материалистическом мире все люди кому-то или чему-то поклоняются. Один, прежде искавший в жизни только наслаждений, гедонист по имени Аврелий Августин, после своего обращения в веру осознал следующее. «Не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе, о Боже». Какая же великая радость приходит к тем, кто это осознает, к тем, кто понимает, что приносит обращение в веру вечного Бога. Как же велика эта радость! В связи с этим мне в голову пришло 5 мудрых мыслей, и я хочу поделиться ими с вами. Очень важно представлять себе, что приносит с собой осознание того, что такое истинный Божий мир. Это противопоставление потерянному раю, интуитивному знанию и результирующему из него чувство о нашей внутренней пустоте из-за этой потерянности. Каждый день я читаю новости о всяких известных личностях, звездах, у которых в жизни не все ладно, хотя они буквально купаются в деньгах. У них есть всевозможные титулы и славы. Многие буквально поклоняются им, но все равно внутри них это зияющая пустота. Во-вторых, при обращении в веру открываются глаза, которые прежде не видели мир духов. Одно из таких откровений связано с песней «Amazing Grace», написанной человеком, который прежде был работорговцем. Прежде он думал только о себе, и все его мысли были направлены на потакание своим же желаниям. Он жил беззаботной жизнью и нещадно эксплуатировал других людей. Но однажды Джон Ньютон уверовал в Иисуса Христа и после этого начал вести абсолютно новую, абсолютно другую жизнь. Он стал совершенно по-другому смотреть на мир и понял, что будет жить вечно. Поэтому президент Обама вскоре после своей вдохновляющей речи на панихиде по погибшим в результате стрельбы в Чарльстоне и смог спеть первую строфу этой песни. Многие отговаривали его от этой затеи, но он все же сделал это. Он начал петь песню «Amazing Grace», а люди стали ему подпевать. И в итоге тысячи голосов пели эту песню. Первая строфа этой песни оканчивается словами «I once was blind, but now I see». «Когда-то я был слеп, но теперь я прозрел». Это великое освобождающее открытие своей собственной ценности.
Именно такой ценностью нас наделил вечный Бог. Я часто цитирую эти строки и процитирую их сейчас еще раз. Это строки из 8-го псалма. А вот что там написано. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славу и честь увенчал его». Ах, какие слова! Благодаря им я понимаю свою ценность, как же ничтожна и как мелочна, как незначительна была та жизнь, в которой я сам, в этой бесконечной вселенной, провозгласил себя высшей инстанцией Богом. Я бы сказал, что это было до смешного глупым и пустым занятием. Когда Бог ищет кого-то, и этот человек может его найти, потому что инициатива исходит от Бога, Бог заставляет наше сердце стремиться к Нему. И я очень рад тому, что Он нам пообещал. В Библии очень много обещаний, которые Бог дал своим детям. Еще в Псалтыре воспевается верность Бога по отношению к нам. Там сказано, что на слова Божии можно уповать. Они чисты, как серебро, очищенное от земли в горниле и 7 раз переплавленное. Мы можем целиком и полностью уповать на Господа Бога нашего. Того, кто это обнаружил и осознал, ожидает лишь радость. Да, но мы же люди, мы можем все это испортить. Многие христиане в результате живут в проклятии, ощущая вину. Они несчастливы. Как же нам удалось все это испортить? Позвольте сказать вам вот что. Бог никогда ничего не откладывает. У Него есть и план А, и план Б. Еще Мартин Лютер сказал, «Он все-таки знает, что мы за создание». Евреи пошли своей дорогой и повернулись спиной к вечному Богу, и потом ощутили на себе последствия своих эгоистичных действий, попав в плен к вавилонянам. Божий народ позабыл своего Бога, но сам Бог не забыл о своем народе. Эту историю любви можно проследить по всей Библии. Он отправил своего пророка, чтобы тот принес его послание его народу, находившемуся в пленении. И вот оно, это послание. «Мои замыслы на вас крепки. Я хочу, чтобы вы были счастливы, а не несчастны. Я посылаю вам надежду и будущее. Я Господь ваш. Говорю вам, обратитесь ко мне». «Призовите меня, и я услышу вас». Это было сказано народу не в Иерусалимском храме, а вдалеке от Родины, когда они находились в пленении. У Бога был и план «Б». Друзья мои, самое великое открытие, которое могут сделать в жизни люди, так это осознать, как благ наш Бог. Наш Бог благ. И Павел сказал по этому поводу, «Если с нами такой Бог, то кто осмелится идти против нас? Так давайте не зацикливаться на наших ошибках и оплошностях, которые были у нас в прошлом. Это очень печально. Мы видим все только своими глазами. Мы оцениваем все только со своего угла зрения. Но не забывайте, наш угол зрения ограничен». У нас нет полного обзора и полной картины, но у Бога они есть. В этих словах Павла для нас остается много загадок. Иногда люди подходят ко мне и задают вопросы, на которые я не могу дать ответов, потому что я этого сам не знаю. Но одно я знаю точно — наш Бог благ.
В этом я уверен на 100%. Просто начните уповать на любовь и прощение, которые добровольно посылает нам Бог. Почему для нас это так сложно? Прощение освобождает. Упование на Бога тоже освобождает. И в Новом Завете черным по белому написано, что это касается всех людей, в том числе меня и вас. Все люди равны. Все мы грешны. Все мы делали неугодные Богу вещи. Но тут вступает в силу одно большое Божье «но». Но то, чего я не могу добиться сам, посылает мне Бог милостью Своею. Он возьмет нас к себе, потому что Иисус, взойдя на крест, забрал все наши прегрешения и тем самым искупил и освободил нас. На кресте Он сказал одно важное слово «совершилось». Я ощущаю Его действие в своей жизни по сей день. Благодаря этому я могу быть счастлив и свободен, и жить без всякого проклятия. Я знаю, что в прошлом я все это отрицал. Я отрицаю это сегодня и завтра тоже буду отрицать. Но над нами мы можем видеть слова, написанные Иисусом. И эти слова звучат так: «Совершилось, вы мои». Если вы не ощущаете свободы в этих словах, то где еще вы можете ее ощутить, скажите мне? Давайте же с благодарностью примем этот Божий дар. Пусть наши мысли пропитаются великолепными Божьими замыслами. Пусть мы увидим то, что Он приготовил для нас. Ибо это больше того, что сейчас есть у вас. И это больше, чем вы можете себе представить. У Бога есть гораздо больше. Во множестве Его благодати есть гораздо больше. Я не собирался сегодня произносить эти слова, но перед проповедью мне попалась на глаза Хаон, девушка, которая играет у нас на гитаре. Она приехала в Германию из Кореи. При этом она почти не говорила по-немецки. Но ее родители молились за нее. Они поддерживали свою дочь в ее начинаниях и благословили ее. Они молились за нее каждый день. И знаете, к чему это привело? Теперь Хаон стала лучшей студенткой в своем университете и получает стипендию. Объясните другим людям, что есть сокровища гораздо более ценные, чем вы можете себе представить, и они приготовлены для нас с Богом. Нам нужно только принять это. Совершилось. А вот какое благословение ждет вас, и оно не только для вас. Бог желает, чтобы оно изливалось дальше. Его хватит и для того, чтобы через вас были благословлены и другие люди. Это искупление Христа приносит нам не гнет. Оно приносит нам всем свободу. Его искупление разрывает все цепи. Прежде всего, те, в которые мы сами себя заковали своими ложными мыслями. Оно освобождает нас из-под гнета религии. Иисус Христос освобождает. Он не позволит никому заковать вас в цепи. Вы стоите перед своим Богом и держите перед Ним ответ. Часто мы являемся величайшими врагами для самих себя, потому что просто не верим в то, что говорит нам Библия. Сказанное там кажется нам слишком хорошим, чтобы быть правдой. А ведь Иисус сказал: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Истина — это все то, что Он уже сделал для нас. Благодаря этому мы имеем право называться Божьими детьми. Радость превыше всяких сиюминутных наслаждений. Радость находится внутри нас, потому что мы сделали величайшее в своей жизни открытие. Благая весть — это весть о радости. А Иисус — Эммануил, Бог, который с нами и никогда не оставит нас в беде. Именно об этом пишет Павел в послании к римлянам.
Я точно знаю, что никто и ничто, ни один черт и ни один ангел не сможет меня отлучить от Божьей любви. Я — Божье сокровище. Я — любимое Божье дитя. Я нашел его, но сначала он нашел меня. В конце концов, радость мы находим в высшем призвании, которым награждает нас Бог. Он призвал вас из тьмы на свой чудесный свет. И этот свет производим не мы, это Его свет. Ибо Он — это свет мира и пребывает в нас. Но зачем? Да чтобы мы провозглашали о Его власти, подкрепленной деяниями. А деяния лучше всего подкрепить деяниями. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону Его: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Вот что важно. Я знаю, что в этот момент Бог обращается к людям, сидящим здесь в церкви, слушающих нас по интернет-радио, а также смотрящих нас по телевизору, и говорит им, что сегодня у них открылись глаза, и теперь они смогут увидеть сокровище, которое им стоит найти, или заново обрести его и по-новому открыть для себя. Я знаю, что сегодня многие люди постигнут свое призвание, ибо сегодня к ним направлено Слово Божие. Они поднимут это сокровище и возьмут себе. Они скажут: «Спасибо тебе, Боже, совершилось. Я беру себе это сокровище. Теперь оно будет в моей жизни». В моей жизни все прекрасно, но ничто не сравнится с тем, что ты предлагаешь мне, Боже. Исцеление, прощение, искупление, свобода и вечная жизнь. Но кто еще может предложить мне что-то подобное? Только ты. Только в тебе я смогу все это найти и благодаря этому освободиться от своего эго и освободиться от влияния других людей. Начать, наконец, служить им. Тот, кто это постигнет, поймет, что небеса не пусты. А чтобы прийти к Богу, достаточно всего лишь помолиться. Если вы откроете свое сердце для вашего Спасителя и Царя царей, Он придет к вам и поселится в нем навсегда. Поэтому откройте свои сердца перед Ним. Аминь.